Ну да, и если Одесса, представить Одессу с перевернутой стороны. Потёмкинская, Морвокзал, блин. Кстати, вот какой-нибудь Одесский дворик. Километр. Вот это давайте там, на седьмом километре соберёмся. Давайте свой контейнер. А, кстати, почему нас, зачем нас студия? У нас будет свой контейнер. Это визуальная картина. Как выглядит грамматика ТБ Одесса? Так а зачем? Выглядит или звучит? Каким образом мы находим вещи, которые снимать? У меня другая. Ну, говори.